Всем привет, на связи Накрутка от Пирата. Сегодня я вам покажу программу, которая позволяет накручивать просмотры в телеграм-канале. Программа накручивает на 5-7 последних постов. Накручивает очень хорошо, то есть если использовать бесплатные прокси, то можно в принципе от 1000 до 10 000 накрутить без проблем. Ну так, для начала нам нужно будет скопировать вот эту ссылочку на канал и занести ее в программу. Обязательно прописываем вот этот момент, потому что без этого программа не начинает работать, то есть накрутка не используется. Дальше указываем потоки и количество, сколько нам нужно накрутить. Также по настройкам проксей указываем, откуда мы их берем, то есть путь, и оставляем 100 потоков, то есть плавное запускание идет. Запускаем программу. Запустили программу, видим, что скрипт начал работать. Также указывает плохое соединение и хорошее. Опять же, учитывая то, что мы используем бесплатные прокси, это явление нормальное. Видим, что потихоньку приходят просмотры. Программа полностью бесплатная, то есть ссылку я оставлю в описании на скачивание данной программы. Программа используется для накрутки, повторюсь, именно просмотров в Телеграме. Хорошо ее использовать для начальных, скажем так, пабликов, каких-то групп, где именно нужно показать просмотры, да? Ну, также ее используют и крупные какие-то чаты, группы. Поэтому пользуйтесь. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Просмотры, они сразу не приходят. То есть в среднем где-то от минуты до 2 минут просмотры начинают показываться, да, в статистике именно. Так, прошло несколько времени, несколько секунд. Давайте посмотрим, что у нас получается. Как видим, просмотры добавляются. Просмотры потихоньку растут. То есть после завершения, допустим, работы мы можем также повторить без проблем. То есть тем самым говорю то, что можно накрутить от 1000 до 10 000 без проблем на 5-7 последних постов в телеграм-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!